бігає по полю весело кабанчик. Здравствуйте, мои ценители танков и гвардии. Как вы знаете, я не особо люблю современность, и при этом запретил Millennium Down. И знаете, что наши придумали? Нашли другое модно современность. И да, заранее скажу, что это не модно современность, а мир, где победило аниме. И батька. Какой у нас вообще план? Во-первых, мы превратим Литву в язычество. А дальше вернем Европу в прошлое. А ведь раньше как хорошо жилось, чума, дизентерия, религиозные гонения. Эх, хорошо. Так, а это что за панель космолета? Нажмем сюда. Я только пришел, а уже развалил НАТО. Володя, учись. Вообще здесь есть вещь, которая меня пугает. Это фокусы на Россию. А вот это фокусы Бутана. Вот серьезно, зачем? Бутанца вообще до мира нету никакого дела. А что касается нас, ситуация в стране критическая. Потому что командую страной я. Ну а также у нас выборы на носу. И как я понял, чтобы стать язычником, надо ничего не делать. Удобно. То ли перевод какой-то странный, то ли наши реально ультиматум Польше отправили. Это вы называете экономика? Да я в гробу видал такую экономику. Благо, у нас век технологий, и у нас есть ядерные бимбы. Я вот куплю ядерку и не буду жалеть. Никого не буду жалеть. И ведь самое интересное, у нас куча генералов, и все такие ноунеймы. Я работаю на это. Как и все здесь. Литовская республика просит мира. Скажите нашим дипломатам, что мы и есть Литва. Последние 10 лет яблоком раздора между Литовской республикой и Литовской республикой является литовская оккупация. Что курят наши дипломаты? Ответьте мне, пожалуйста. Я тоже это хочу. Чечня, держись, мы идем тебя спасать. Наша моральная поддержка не спасла. Ну окей, пофигу. Найдите дипломатов и закопайте их. Вы знаете, мне нравятся портреты в этом моде и одновременно пугают. Посмыкаты. Опять я не выбил легендарку. Сволочи. Переводчик на этом моменте устал. Нам предложили воссоединение Польши и Литвы. Мы разваливаемся. Уж лучше развалиться, чем быть с ними в союзе. К черту все, я уже 5-й раз переигрываю. Нестабильность 110%, а ситуация в стране нормальная. Вот это я понимаю, политики. Все пошло говно по трубам. Вперед прошлое, во времена язычества. Не страна, а целая ферма. Так, теперь займемся серьезными делами. Каким образом, проведя деиндустриализацию, мы получаем фабрики? Литовцы, пейте чудо-напиток. Реально огромная ферма. Мы точно деиндустриализацией занимаемся или наоборот? Еще и танки сволочи дают. Дайте нам копья и мы пойдем на Беларусь. Парни, вы когда-нибудь работали на плантациях? А хотели бы? Сейчас научим. Прошлое прошлым, но бимбы никто не запрещал. Будем племенами с ядерным оружием. Племена с ракетами. Весь мир в шоке будет. Так, с этим разобрались. Эстонцы, добровольно не хотите? Эх, никогда не хотят. Вся страна в ракетных площадках. Осталось только ракеты придумать. Вот Россия недалеко. Зашли на границу, украли ракеты и запускаем. А вот и новые дары от Бога. Не, ну согласись, красиво получилось. Правда, мне жалко нашего лидера. Я окружен психами спасителей. Они обречены. Твое лицо, когда дикари имеют ядерное оружие, а также готовятся на тебя напасть. Да, начнется великий поход. Здесь мы построим миллиарды ферм. Вот они, наши ракетки. Вперед, прославлять нашу веру. У кого-то пукан перданул. Вообще, как я понял, мы можем достать хоть до края света. А это значит что? Бутанцы, вам всем пиз. Хотели глобализации, получите, распишитесь. Их единственную дорогу сломали. Батька пережил аниме, но не смог пережить литовцев. Не переживайте, всем достанется. Столица Украины в Сталина. Какая ирония. 170 наших пало. Ну и чего, мы в честь них сожжем парочку заводов. Не, конечно, понимаю, это не особо смешно в нынешних реалиях. Но Маруся здесь, Украина здесь. Знаете, мне не особо нравится этот альянс. Особенно то, что Бутан в нем. Капец, веселая картина. А ты что там вообще забыл? Что Боливия забыла в китайском пакте? Я не понял, а какие выборы? А какие коммунисты победили? Хотя ничего в стране не поменялось. Я люблю демократию. Ладно, займемся дележкой Польши. Знаете, ожидаемый поворот. Ну а теперь мы боимся со всем миром. Быстрее забирайте порты, пока китайцы не приехали. Союзники в других странах Балтики не будут влиять на нас. В смысле? А еще остальные страны Балтики? Еба, куда они летят? А стоп, у меня же здесь дача. Прямо по моей даче бьют, сволочи. Есть проблема? Никак нет. Справедливая победа. Европа под язычеством снова. Ну как бы да, но как бы нет. А этих вообще, наверное, мы не коснемся. Не, ну это безусловно победа. Теперь везде будут фермы. Володя украл мою марионетку. Верни марионетку. На этом моменте предлагаю завершать. Вы также можете заказать прохождение по любому моду.